Говорят, начало должно быть эффектным. Но я даже не знаю, с чего начать, чтобы вас заинтересовать. Наверное, я разная. Я занималась в театральном училище, но с возрастом поняла, что больше всего мне нравится заниматься физикой и копаться в компьютерах. Многие скажут, что это не женское дело, но мне нравится. В людях я ценю искренность и честность, а еще я уверена, что каждый человек интересен по-своему. В каждом человеке можно найти что-то такое, что отличает его от всех других. Ну вы идите, а я пока поучусь. Я бросаю вызов прежде всего себе. Хочу узнать, насколько я могу раскрыть свои способности и проявить свои лучшие качества.